Ходите. Ставлю на запись. И, дорогие друзья, бодрого утра всем! Волшебного настроения и, конечно же, чудесного дня. А когда у нас будет чудесный день? Да, тогда, когда мы сами заряжаемся счастьем и дарим это счастье другим. Потому что человек рожден, он пришел в этот мир уже для счастья, чтобы быть счастливым. И ничто больше, никакие успехи там в чем-то, в любой области не сделают человека счастливым, счастливым, да, не сделают человека ни деньги, ничего счастливым, если внутри вот не будет действительно вот этой вот радости, удовлетворенности, да. Каждый из нас пришел в эту жизнь уже для счастья, и каждый родился гением. И потом в процессе, может быть, в зависимости от нашего воспитания, окружения, от того, что мы выбираем, мы сами можем уже это растерять, да, как испортить здоровье. А здоровье, оно зависит от нас. Так вот, чтобы мы были здоровыми и счастливыми, мы проводим нашу тренировку, которая называется «Смехоэнергия», да! И давайте друг друга поприветствуем, да! Хорошо, хорошо, да! Лучший день, да! И когда мы приглашаем на нашу смехотренировку много-много людей с разных городов, с разных стран, то что мы делаем? Мы запустим миру во всем мире, да, потому что мы делимся счастьем, светом, добром, радостью, да! Ну и, дорогие друзья, наша смехотренировка, она включает много различных практик, да, это и дыхательные практики, это нейрогимнастика, это различные игровые техники, звукотерапия, йога смеха и так далее, и так далее. Поэтому это не просто посмеяться. Сюда мы приходим развиваться, развивать свои легкие, развивать свой разум, интеллект, потому что это действительно развитие эмоционального интеллекта. Да, мы приходим сюда, чтобы поднять наши мышцы лица и помолодеть, потому что наши тренировки – это еще фейсбилдинг. Мы приходим оздоровительную гимнастику делать, потому что здесь мы включаем и физику, и метафизику, да? И, конечно же, мы смеемся, но мы не просто смеемся, а здесь у нас смех как инструмент, мы его используем, да? У нас есть три инструмента на нашей тренировке – это смех, это откашливание и звукотерапия. И все мы делаем по определенным правилам, да. И что нам дают эти правила? А эти правила нам дают здоровье, нам дают исцеление кровообращения, наполнение кислородом каждой нашей клеточки, да. Мы становимся стране, уходят лишние килограммы, все не нужно, да. И вместе с этим еще уходят что? Печальки, раздражульки, потому что мы работаем еще с метафизикой. Метафизика – это 95% результата. Поэтому это важнее, чем то, что мы кушаем. Это важнее, чем чему-то мы учимся. То есть метафизика – наши мысли, наше эмоциональное состояние. И мы над этим тоже работаем. Хорошо, друзья. И сейчас мы с вами возьмем два таких вот рога изобилия. И в один наберем радугу счастья, Божью улыбку, а в другую – здоровье, смешарики и все, что мы желаем. Итак, на 4 мы это все сейчас перемешиваем. И перемешиваем. А что получается? С одного пью, а другой на меня льется. И давайте еще добавим побольше, да, радугу всех красок, яркая, чтобы у нас жизнь была. Все яркие краски жизни сюда и сюда. Здоровье, изобилие, радость, процветание, уверенность, финансы, все. И опять перевешиваем. И пьем. Теперь отсюда льется на нас, а это пьем. И представляете, мы купаемся в этом счастье, в этой радости, в этом смехе, да. И давайте, чтобы это побольше получше в нас вошло. Все так хорошо, хорошо простукиваем. Вот такой коктейль радости, коктейль счастья.
и наполняем им наш разум, да, каждую клеточку, да, вот так попростукивали, помассировали наш мозг, чтобы полностью, знаете, как в тесте замешиваем все, а мы в мозге замешиваем все ингредиенты, которые мы сейчас сюда набрали, вот так, чтобы он у нас был пластичным, гибким, радостным, креативным, память, чтобы была хорошая, вот так все. И волосики наши так хорошо, вот тоже. Ну, хорошо, растираем, да. Я вчера очень хорошие от вас получила отзывы. Многие в личку написали, и я вас благодарю за это. Светлана вчера так много написала, говорит, что вот это вот упражнение, оно помогло меня в жизни вытянуть. Была одна определенная ситуация, да. И знаете, мы как вот, знаете, бегемота из болота себя тянем. И нет ситуаций нерешаемых, чтобы вы знали. Поэтому никаких печалек, ничего не должно быть. Все решаемо. И все зависит только от нас самих, да. И вот так волосы немножко растерли. Как я рада видеть ваши улыбки, друзья. Какие вы классные, какие вы красивые, вообще суперские. Я от вас заряжаюсь. Особенно у кого как ушки открыты, я вас благодарю. И ушки растираем наши ушки. Вот, слушайте свое тело, как оно просит, вот так, хорошо, по всем изгибам прошлись, растерли, чтобы они были красные, как на день рождения, чтобы прилипали все добрые пожелания, сюрпризы и подарки, да, и повесили себя вот так на прищепочку, и чебурашку сделали, поиграли на гармошке. И мы нашли такие серьги золотые, вот, они такие тяжелые, и ушки так вот так прям подтягивали. Хорошо, молодцы. И наша личка, и вот этот вот коктейль метафизический, да, в котором столько счастья, столько здоровья, столько радости, коктейль молодости. И мы вот так хорошо, его тоже вот в наше тело, да, в нашу... наше личико, вот, биваем, кожа с благодарностью это все принимает, и мы омолаживаемся, мы с каждым днем становимся моложе, красивее, лучезарнее, ярче, и все, кто нас видят, говорят, что с тобой произошло, а, ты, наверное, там операцию сделала, да, морщинки, почему у тебя глазки так горят, как звездочки, да. Люди начинают за вами ходить и к вам присматриваться, все хотят с вами дружить, все к вам тянутся, потому что они видят, и видят ваши фотографии, и вживую, и в соцсетях, и все видят и ваши видео, какие вы классные, как Ирина видео сейчас, да, сделала несколько, и так здорово, и так классно, и людям сегодня не хватает больше всего, это радости. Да, самый большой дефицит сегодня радости. И вот тогда, когда такое турбулентное время, да, то очень важно наполняться вот этим ресурсным состоянием. И тогда люди тянутся, потому что это то, чего им не хватает, да. И вот так мы разминаем и постукиваем. И включаем улыбку, добавляем смех, да, радость. Ой, какие молодцы, да. И вот тут растерли вот так вот от груди под мышку, да, растираем, прощупываем хорошо, и другую. И помассировали холку, чтобы не было ни у кого никаких лишних отложений, от всего избавляемся, да, и локоточки вот так, осаночка, это самое главное, наш позвоночек, это такой вот столб, который вот ножками мы врастаем в землю, а у нас макушечка Wi-Fi, она принимает все знаки от Вселенной, поэтому все у нас должно быть гибко, все у нас должно быть открыто. Вот так, хорошо, растираем, и не будут ручки болеть, не будут суставы болеть, потому что многое зависит именно от спины. Да, попростукивали. Да. Если у кого-то лишние какие-то здесь есть, горбик излишества, так потянули и выбросили со смехом. Еще, ну-ка, пощипали, и... все ширинки, все не нужно, еще...
Хорошо. Пока вот сзади спиночка у нас тоже. Давайте хорошо, хорошо все попростукиваем, чтобы тоже не было никаких ненужных складок, залежей, чтобы когда мы одевали купальники, да, или красивое платье, или обтягивающие какие-то свитерочки, чтобы у нас была вот такая осиная талия, да? Вот. И чтобы у нас не висели никакие тут фартуки, да, вот так вот животик свой, наверх, 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 хорошо вы лупите, не жалейте. И когда мы добавляем смех, у нас еще работает пресс, да? Талию, талию делаем хорошо, да? Попу наказали, которая постоянно ищет приключения. Ну-ка, полупили ее как следует. И ножки, 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 да, чтобы лучше бегали по дорожке. Вот так, хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Миру мир, миру мир, да. Таня, на носочки берем глоток воздуха глубоко. Низ животика наполняется счастьем, радостью. Задержали, держим, держим, держим. И как шарик сдулись. А-а-а, все из себя выдохнули. И еще раз вдох. И аромат морского бриза представили. Дыхаем, задержали. И все в себя, хорошо. В каждую клеточку все проникло. И выдох благодарности всей Вселенной. Молодцы, молодцы. И еще раз, аромат этого утра. Всю энергию Вселенной взяли в себя. Потянулись на носочки. Потянулись. Все хорошо, хорошо. В себе вот так взболтали. Все у нас проникает, проникает. Каждую нашу клеточку, каждый орган наполняется силой, радостью, энергией. Тянемся выше, выше. Тянемся, тянемся, тянемся. И на выдохе лошадку. И еще раз у всех получается, чтобы губки были расслаблены, потому что мы сейчас будем смеяться. Еще раз. Вот если сложно, значит, делать циркуляционные там всякие упражнения, мы их тоже включаем. Делайте также массаж, да, подвигайте челюсти. То есть это то, что нам нужно разрабатывать. И губки расслаблены со звуком. Давайте мы сейчас возьмем нашу водичку. И сейчас мы будем выдох сделать в водичку, да? То есть вот все, что мы набрали, все, что мы сейчас говорили, это радость, это счастье, да, вот гормончики, эндорфины, да, все это мы сейчас будем долго-долго булькать, как дети, да. Можно трубочку взять, кто хочет, у кого есть трубочка, можно трубочку взять, можно просто. Итак, и сейчас долго-долго мы делаем бульбочки, вдох, и наполняем, заряжаем нашу воду. Получается. Еще раз вдох. Да, вот все, что мы говорили, да, все наше счастье, радость, здоровье, сила, энергия. Вот все мы, это все, что набрали, мы сейчас нашу водичку будем заряжать. Давайте вдох. Классно, зарядить водичку. А теперь говорим. Мое тело молодое, мое тело красивое. И делаем глоток. Да. Да. Я молодею не по дням, а по часам. Да. И когда я смеюсь, я моложе становлюсь. Да.
Я мега-лидер, да! Я полна энергии, энтузиазма, да! У меня самые красивые, самые густые волосы, да! У меня самые зоркие глаза, да! У меня отлично работает сердце, да! У меня отлично работает желудок, кишечник, да! По всем моим органам растекается энергия, и они наполняются радостью. Мое тело благодарит меня за то, что я забочусь о нем, да! Мое тело благодарит меня за то, И что каждый я скажите тому органу, который вы хотите, чтобы он у вас лучше работал, лучше себя чувствовал. Вот проговаривайте, да? Хвалите, благодарите этот орган. Проговаривайте, что он здоровый. Моя хорошая. Да, исцеление, да будет так. Исцеление в жизнь каждого из вас. Благословение, да. Ой, как хорошо, ой, какие молодцы. Ну как прилив энергии пошел, у меня прям... Давайте проверим, возьмем сейчас пальчики и проверим, какая у нас мехоэнергия пошла. Как только пальчики у нас дотронутся, будем смеяться. И приготовились, и поехали, вдох. И... мы громко, на улыбке, вдох делаем живота, да, потом уже можно добирать и вверх, но мы дышим преимущественно низом живота, и когда мы делаем выдох, мы смеемся долго-долго-долго, звука нет, мы выдыхаем шепотом, да, то есть мы работаем животом, при вдохе у нас живот надувается, при выдохе он у нас втягивается. Но мы ранее привыкли наоборот, поэтому нужно уже формировать новую привычку, переучиваться. Ну и, в принципе, это несложно. И, конечно, мы включаем тело в дело, да? И хорошо. Итак, громко взяли наши такие, вот у меня есть смехобантики, большие мочалки. Делаем вдох глубокий и смеемся по правилам. Вдох, живот.
И громко долго. Громче. Глазки омолаживаются, энергия тепла, силы, здоровья, радости проникает. Восстанавливаем дыхание. И сейчас смотрим на пальчик и смотрим вдаль. Можно в окошко, на какую-то далекую-далекую точку. И сфокусировались. Еще раз смотрим на пальчик. Прям рассматриваем произведение искусства. Такой пальчик с таким рисунком есть только у вас. И смотрим вдаль, далеко, далеко, далеко. Еще раз смотрим на пальчик. И смотрим далеко, далеко, далеко. Теперь смотрим вверх, в сторону, вниз, в сторону. Приготовились вверх, в бок, вниз, в другую. Вверх, вправо, допустим. Вниз, влево, вверх, вправо, вниз, влево. И пошли по кругу, глазки крутим, вращаем глазками. Хорошо. И теперь то же самое в другую сторону. Вверх, влево, вниз, вправо. Вверх, влево, вниз, вправо. И тоже глазки по кругу у нас двигаются. Сжали сильно, сильно, сильно. Да, представили то, что мы хотим. Самую хорошую, хорошую мечту. Открыли и глазками. Быстренько, быстренько моргаем. Еще раз сжали, представили, что мы очень-очень сильно хотим. Подержали и моргаем, моргаем, моргаем. Быстро, быстро, быстро. Еще раз сжали глазки. И моргаем быстро, 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 быстро. Теперь смотрим сюда на ладошку. Глазками смотрим. Лицо начинаем отводить.
А глазки вот сколько можно, они смотрят на ладошку. Хорошо, еще раз смотрим, лицо начинаем отводить, а глазки смотрят на какую-то точечку на ладошке. Отлично, поменяли ручку, нашли точечку, смотрим. Хорошо, еще раз смотрим, лицо отводим, а глазки у нас еще долго смотрят на эту точку. Сколько можем? Хорошо, еще раз растерли и нашим глазкам. Вот, пропустили тепло, пропустили энергию. Хорошо, молодцы, да. Ну, давайте еще раз посмотрим наши ладошки. А подвигаем ими. Пальчики порастягиваем хорошо. Вот так. Порастираем наши пальчики. Покрутим. Так. И сейчас делаем по одному пальчику. Теперь вот так. Пальчики ровные. Мизинчик. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь большой пальчик согнули. Указательный согнули. Средний. Безымянный. И мизинчик. Мизинчик, безымянный, средний, указательный, большой. Хорошо, встряхнули, молодцы. Хорошо. Теперь здоровью да, болезням нет. Меняем. Счастью да, неудачам нет. И поехали. Раз, два, да, нет. Раз, два. Капочек добавляем, да. Теперь говорим, из-под топота копыт пыль по полю летит. Вместе, ну-ка. Из-под топота копыт пыль. Из-под топота копыт пыль. Успеваем нашу артикуляцию. Из-под топота копыт пыль по полю летит. И поехали. Кто как может, даже если не получается. Главное, что вы что-то новое изучаете. Вот что важно. У вас образуются новые нейронные связи, укрепляется память. Это профилактика деменции. Короче, да, гибкий мозг и правое-левое полушарие. Поехали. Из-под топота копыт пыль по полю летит. 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 Пыль по полю летит, из-под топота копыт, пыль по полю летит, из-под топота копыт, пыль по полю летит, из-под топота копыт, пыль по полю летит. Кто молодец, скажи, я! Королева, ты красавица, я! А мужчина красавица, я! Умница, я! Счастливая я! Счастливая, любимая, любящая! Любимая, любящая я! Давайте немножечко подкашливаемся с вами. Бок повернули в сторону. Можно смотреть в окошко и сплевываем. Вдох. Длинный, длинный, длинный выдох, все, выходит. Да, молодцы, молодцы. Все ненужные залежи, мокрота, слизь, все выходит. Наши легкие очищаются, оздоравливаются. Молодцы, молодцы, да, лучший да. день, лучший день, да, просто супер, супер. Сейчас мы с вами пропоем звук «Я», это же будет и буква «А», поэтому кто победитель, кто молодец, все, что мы сейчас самое классное, самое лучшее проговорили, вот пускаем силу и поем. Кто победитель, кто молодец, кто лидер? Кто достигатор? Вдох. Я. Yeah.
Шапочки красивыми. Юля с ушками. Давайте Юле поаплодируем, посмеемся с ее ушек. Самые здоровые, самые замечательные, самые успешные, самые, самые, самые. Нас угостить. Хорошо, молодцы. А теперь мы пропоем звук так. А, о, у, э. На одном выдохе. Вдох. Мы на Стрелде, ребята, кефаль покупали. Ой, кефаль. Мы тоже 25-го езжаем. Вот эти. Выдох может быть либо бесшумный, либо переходящий смех. Главное, чтобы выдох у нас продолжался. Это мы помним, да? А теперь мы пропоем. Так, а, о, у, э. Так, а теперь у, э, и, и. Хорошо? У, э, и, и. Вдох низ живота, набираем. Смеемся с вами на букву И, на букву И, залетимся морем. Вот я здесь вижу море. Спасибо, что вы нам его показываете. И смеемся на букву И, И, И. Вдох. И наши ручки лучезарные, и заряжаемся энергией, небом, природой. И с любовью дарим друг другу свет и смеемся на все буквы. Ha 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 ha
Спасибо.